И товарищ просто улегся в ворота. Посмотрите внимательно. Будет сейчас удаление. Удаление будет у Метеора. Надо разыграть эту шайбу, друзья мои. Полоневич, да. Уехал Карпов, прокатился, так сказать, на скамейку запасных. Пожал руку тренеру и возвращается назад. За минуту до окончания второго периода получает большинство хоккейный клуб «Энергия». Звено «Малимона» будет реализовывать большинство за минуту до сирены. Выбрасывание. Волков. Потеряли шайбу. Бросок был поворотом. На месте голкипер Метеора. Вернул шайбу в игру. Перехват. Калинин. Малимон. Вновь Малимон. Ну что ж, остается 16 секунд, друзья. Карпов вступает в игру. Одушкин начинает атаку. Падает. Волков ему помогает. Мурунов появился на площадке. Сирена. Отдохнем мы, друзья.